Басня номер 15 из басни Эзопа. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVox.org. Звукозапись сделана Гузель Тухватуллиной. Басня Эзопа. Перевод Льва Николаевича Толстого. Басня «Лев, медведь и лисица». Лев и медведь добыли мясо и стали за него драться. Медведь не хотел уступить, и лев не уступал. Они так долго бились, что ослабели оба и легли. Лиса увидала промеж них мясо, подхватила его и убежала. Конец басни «Лев, медведь и лисица». Звукозапись сделана Гузель Тухватуллиной. Клинтон, Теннесси, United States. September 8, 2008.